В эфире Радио России Дагестан. Хирасала Калмилат Мяч Калалив ФМ Тушли Хавава Рахва. Дарбантли Тушли Муквава Урчва. Хасавютли Тушвава Цешете Зюн Салам Раша. Дагустан Алхавар Тутиса информация лу программа Дечиндурну Бурана Рианата Сеидова. Режиссер Нарпутра Джабур Светлана Сейтусейнова. Салкутану Мивобумуния. Леху Махачкалива Дарбентли Хусса Тиракрути Кралхун Каританса Чаранну Халбихлехиса Оператив Штаб Эйла Дуркунни Жулла Республикали. Хакник Архил Дагуста Республика Лубекчи Сергей Меликов Ивунни Дарбентли Муялту Укунни Кунну Террорист Алхархуса Килиселулва Синагогалу. Шалмахантлиса Дагабаян Буллалиса Шалвагу Дагустанне. Дуниалу Хаварду. Утивенева Цеминну и Хартарзану Бусану. Леху Махачкалли Дусе Бейран, Устар Тура, Шахрут Исса Скверда, Нову Цалак, Айкуй Дирхун, Беда Устаннал, Канил Устарта. Бархалла Дахунте Ва Арцул Устартал, Унцугуллал Таннул Устартал, Кубачиял Арцул Мусил Устартал, Кайтауллал Яннали Накачтихул Цалва Мейданна Дивдуну Кай Дирхуну Бусия. Шик Кумбукса Арч Рукулти Кай Личда Джисет Уркурда и Сурат Дихлей Бусия. Амма мунил ахир хунним шахрул вух полицейлул машинаттал сиренарту вевтун диркунава баянбунни махачкалалал килисалуча террористурал ярагунни ва цутиртуну муя буллалиса полицейлул зузатли ютушиву ва невусса ацния урча инсан ширишилун булхуну бушиву. Кирилса баянбаву хунни дарбантли в дуниалли яла диндалул уссурвашиву тастяк дурса шахрулуву арусна килисагу жухутна синагогагу чучуну ней бушиву. Össe Mekke klekisse kunnasse taherdiye. Köderizel cumalnin bayan bullebiye Dagustanne terörist talbuklagan bullelisse operasyalu taher bayan buğunu buşivu. Ve bayilik talbuklagan bulle jehmeh çıkalaliv jehder bentliv nizam durucce organnal zuzalt ve bayilik tural talatavuktu ney düşivu. Muspiz operasyalu hasil bayan bunni hakini Хоя террорист стал шама махачкалли вак и дарбантли бухлаган бушиву ва ацния хоя полиция лузузатли утушиву миннашел талей. Дагестанские огни шахрулу полиция лу управление лу кайлучи. Муша вурдашал иян уси азарханалин амма хакин тура шахасал анкабир кюнни. Жулла республика ли хусса ишу хавар баккасса хадур кабусса ишу баккаши у тастяк буллейбур мура джумал севастопуллейу ахали бихалаглагисса хирил зумани американал атаккамст исса ракета дуртун хоя инсан ивкушу маяц алуннин биянинса шеворду дирну бушу. Арасатнал политик тал синерпа у цезума токумма дек дарцуну бурми ишу баглагавалли билайтет тал кумагрейну хушу. Леху Махачкалли ва Дарбантли Хусса Тиракрути Кралхун Каританса Чаранну Халбихлейса Оператив Штаб Тейла Дуркунни Жулла Республикали. Микку Хуртушина Дуллейбия Муниципал Сакин Шиннардал Кайлу Читал Низам Дурачай Органнал Кайлу Читал ва Ласрал Органнал Зузалт. Леху Хусса Иширтац Умбархану Дагуста Республика Лубакчи Сергей Мелика Лулдунни Дагустаннал Ахалининса Эрчаву. Уважаемые дагестанцы, сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. Столице Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербенте. Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше, в большей степени, участниками этих событий были те, кто принимает участие в специальной военной операции, кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной. Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские. Как и несколько лет назад, именно они защитили мирных жителей, гостей нашей республики от
преступных террористических атак ценой своей жизни. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам. Среди них отец Николай, священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте. Я уже говорил о том, что подобные атаки на посягательство, на наше братство, на наше многонациональное единство, на нашу конфессиональную неразделимость являются попыткой расколоть наше единство и тем самым добиться раздела, раскола между нами. Но этому не бывать. Сегодня я получил огромное количество слов поддержки от своих коллег по региону, от руководителей федеральных органов исполнительной власти, от простых дагестанцев, которые выражали слова соболезнования, сочувствия в адрес погибших и пострадавших, а также поддержки в адрес сотрудников силового блока, которые сегодня решают задачи по обеспечению безопасности нашей республики. На данный момент, на этот час, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались, в том числе и из-за рубежа. Хотел бы попросить всех вас, уважаемые дагестанцы, уважаемые гости республики, сохранять спокойствие. Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами. Хотелось бы сказать о частоте подачи информации. С первых минут начавшихся или происходящих трагических событий в Дагестане информация иногда подавалась необъективной. Я бы сказал, фейковый. Поэтому прошу вас ориентироваться на официальные источники информации, которые подают ее без искажения, в полном объеме, для того, чтобы все вы владели той ситуацией, обстановкой, которая складывается в Дагестане. Хочу поблагодарить всех небезразличных людей, которые уже сегодня выражают готовность включиться в мероприятие по поддержке семей погибших и пострадавших, по работе, по восстановлению храмов и другим мероприятиям, связанных с ликвидацией последствий террористических атак. Еще раз выражаю слова искреннего соболезнования и сочувствия всем погибшим и пострадавшим. Принято решение об оказании обязательной материальной помощи всем погибшим и пострадавшим, как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам. Прошу вас сохранять спокойствие. Прошу вас поддерживать действия подразделений силового блока, направленные на стабилизацию ситуации в Дагестане. Давайте будем едиными. Пока мы едины, мы непобедимы. Հակին գրխել դաղուսա Հեսպուբլիկա լուլբակչի Սերգեյ Մելիկով իվոննի դարբանդլի, մույալ տողուկուն նիկուն ու թերերիս ծալխայարխոսը կելիսը լուլվա սինագողգալուլ։ Սերգեյ Մելիկով լուլտ էրդբանդլի տելը դուրկուննի անավարխինարե� Лехушалвагу да усане баймбуну бусие террориста бухлаган буллалиста тахарьяни режим контртеррористической операции. Хакану кахил саад урджон нехзи эцмяхаре минут хусачума миллетал терроризма лушал талатиса комитетрал шаллагу республикали му режим дуган дуллалишиву баймбунни. Инсантурал эрмурданса нехачаву даккашиву тастик шейхту. Чаруса тилу яни телеграммар дудук лейдур дагустаннал кейлучи турен махачкалы ва дарбантлив инсан таллита урихлу жижарарту буллали савамик кухуса ишертацун бархан. Шосрал яни шанхайский сакиншин нарал хунама секретар
Чжам минут эле дуркуни. Арасатнал федерация лучил билайт иртал иширтал себейсе министр Сергей Лавровун Дагустан нехус сатирак рал хаккерав урчишу кидачлачи сатил. Яни Филипп Грамма. Мунаж урчодуни терроризма тэйлэшиву каккандулли сахучча цукунчу битан кабахашири. Терроризм, экстремизм ва сепаратизм канакисар шанна ушевру ва баламуси ватрал хануну. Ми шанна гу обаларду баттдан ва духладандан гу аркинсар цинапа гуца джунхуну даурту дулан укунни чжан минну. Иран на чилбилайтер дал ишеттал себейса министерство лугу ашун дирхунни Дагустан нейхуса теракт ва арасатнал хакематрашал ва ахалинашал гидар джунни урчашиву. Мукумма китайнал ва Азербайджанна республикарта кайлучи туралгу жула билайт талбек дурхуминнешал ва ахалинешал урчашиву гидарчунни ва инсаншиву даккасы ишрал хаккерав. Арасатнал федерациялу совет федерациялу председательнал Валентина Матвиенко лгут эйлэ дурхунни Дауса республикалу бэкчи Сергей Мейликалу шал Дагустаннал ахалинешал ва Мехачкалэйл ва Дарбантли хусса терактра улиутуминнал мэччагамминнешал урчашиву гидачлачисса телеграмма. Мунель джурчодун нева бихадаккасы чумал Дагустаннал ахалинал дэк нилманзилла киширия ва Целину бигория карқана кишиври региондали тахар Целинду цаву. Тулпикрили вак унну хусса жанавар трал дурса тулун цукунчоса багышлашиву даккасса. Ва канакиссар дазул кататусса жула душмантура жула билайт трал данев инабутлатисса даву. Катату арасат лаханман кабуклай миннал пикри буну бур вихчин шурум. Ва канакиссар дуниалу хаук уннал терроризма. Недек дарц умбура гужирдал органнал ва терроризмалин каршисса комитет рал янул личинданцар ва итто муткалкунт бакка дурса тулул махбоуцуми ва мутиракданса харшлух итадаклаками тейбур Матвиенкал Овчоври. Ухсонил Кавказ рал федерал округ рейса арасатнал федерация лул президент нал вакил Юрий Чайкал бусуми целамур пикри Дагустан нейхуса тирак рал хаккераву. Дагустан нэг ира динделу каларден хэхэв канакиссар Дагустан нэй баккасса гушшалагу ухсун ил Кавказ рейса тахар хутта ва дуккандулла лисса ишну. Мэхач калали ва дарбантли тирак дурса банди туран хуллу уклакисса Дагустан нал полиция лузу залтра цэлла жанну хаж дурсар цэлла куллуграл бит буржу биттур буллэй баккасса гу. Инсан тал террордан ул хэппорты шэхасал буллэй банди туран дурса план духлаган дуллэй. Террорист урал хич бейхуса масалану ханайбу регионда лиса тахар хутта ва дуккандурна инсан турал данивун инадру бичаву. Мудаву дангу миннал хич цичо да цлэй даккар. Умуд бур ахалинан миннал пикрирду бувчуну паракат шиува да каву дуручин сар тисса. Дейбур Юрий Чайкал Овчоври. Террорист урал дурса кадарса дави оккешиври дэшуи дирхуни машурса спортсмен тал Авдурашид Саадулаевлу Хабиб Нурмхаммадовлу ва Ислам Махачевлугу. Мубаккасса гу Дагустан Республикалу спортал ва физкультуралу министр Сажид Сажидовлу Баянбунни Цинапагу спортсмен тал Цезуна Токумма лэху террорист урал дурмулла умарца давану галлидуллай бушиву. Миннал Харцаннал гу цэлла телеграм каналда нижи жирабунни ва ишравуливдуса виртурал мэччаган миннах. Жула республикалий цуватса дохиндарал учуса инсан аккашиву кулли лэху хусса ишрут эйлэ сардисса. Ацния арула полиция лузузал трал катравун бухунни уссабала. Эрмурдадзе хунни шиллив арсру, шиллив лэсру ва буттакул. Миннал махминна шалк урчашиву гидач лэйбушиву тасяк буллалисса дага баян буну буссар шаллагу республикалий. Мехачкалалал кум мейданны хакёма трал катры лэх буну бур арасатналва Дагустаннал дугуру. Хакенуссак ини ва елунны ниссак ива хантлигу Дагустанны кабахла хиссар балейлул ва такашеврул чурду. Дукан дурсар кэккан дурну дирксак канцертру. Алжан Насирбанну цинапагу шахидну люту минна. Жубу сарду цусса хаварду. Уттивичи дешара кирилса передачилу.